Привет. Здорово. Пробил? Пробил. Ты что, рапорт об увольнении подал? Подал. А это зачем? Ну, все когда-нибудь заканчивается. Хорошие тоже. Пора и мне на дембель. Ну, ты прослужил-то вообще, тьфу. Ты знаешь, я до этого в несокрушимой легендарной 10 лет оттарабанил. Для пенсии маловато. Я же не ради пенсии пришел. Мне предложили должность. Показалось дело стоящее, а оказалось, показалось. Знаю, поселок, считай, ликвидируют. Перекинуть тебя на другой участок. Делов-то. Я же не на другой пришел, а на этот. И потом, знаешь, мне милиция по ночам не снилась. Полиция. Да хоть горшком назови. Ты пробил? Пробил. Значит, мы с вами одного поля ягоды. Как это? Оба мечтаем о море. Я бороздить, вы плескаться. Про бороздить я даже никогда не думала. Кстати, хорошая идея. А как же женщина на корабле, к несчастью? Да это все пережитки. Сейчас и коки, и стюардессы. Даже среди матросов женщины бывают. На корабле много женщин работают. Тоня? Поехали вместе. Как это вместе? Вы не фантазируете. Я не фантазирую. Если бы я хотел к вам клеиться, я бы клеился. А... Ох, извините, вы меня в краску вогнали. Вы меня тоже. А куда вместе? На море. Мне вызов придет, и все, я уеду. А вы сиди здесь, дом на море не купите. А там у меня друзья есть, они помогут, езди разместиться. Думайте. Антонина! Извините. Чего? Пойди сюда. Ну, пойди сюда, что мне к тебе бегать? Садись. Ну, чего тебе? Как жилец. Гуляете. А? Антонина, рядом с тобой такой человек кругами ходит, а ты кого ни попади в дом тащишь, честное слово, ей-богу! Ну, какой человек? Какими кругами? Ты выпил, что ли? Что? Ты как разговариваешь? Все, некогда мне с тобой. Ну, меня ждут. Так, иди сюда. Вернись! Антонина! Вернись, я тебе сказал! Да вроде бы он. Ну, другого Гайкина Даниила Ивановича у меня для тебя нет. Имечко не самое популярное, да и фамилия тоже. Паспорт совпадает. Родился в Первоуральске. Служба. Мореходка, 10 лет в Севастополе, Черноморское пароходство, затем опять Первоуральск. Судимости нет? Ничего нет, как стекло. Просто праведник. Но я это, маячок на всякий случай в базе оставил. Вдруг еще что всплывет. Думаю, вряд ли всплывет. Ну что ж, получается, это и есть Даниэль. Даниил. Да. А ты опять для этой выясняешь? Ну, для потерпевшей. А, не-не. Это в поселке у меня просто дурдом сейчас. Ага. Все дома распродают и берут, главное, наличные. Понимаешь? Не доверяют они безналичному расчету. А деньги несут ко мне в сейф. Ну, подстраховался. Ладно, спасибо. Да не за что. А чего делать-то будешь? На родину поеду. Ага. Где у тебя родина? В Судаке. Ага, ух ты. У самого Синего моря? У самого. А вот скажите, вы откуда знаете про дом, про море? Я же вам ничего не рассказывал. Так я же на концерте на этом был. На каком концерте? На сеансе у Шишкиновского. Чего мне с чемоданом по городу ходить? Я увидел афишу. Какая разница, где кимарить? На вокзале или на концерте. А потом вы ворвались с кавалером. И? Ну, и вас загипнотизировали. И вы рассказали. И про море.
и про дом. Всему залу? Да, всему залу. Не помню. Да, он сказал, чтобы вы все забыли, а то не сбудется. А еще он сказал, что все сбудется. А больше ничего не рассказывала? Ничего. Точно? Ну, вы рассказали, что хотите купить дом на море и встретить свою любовь. Потом из зала как рванули. Я за вами. Зачем? Не понял. Вы зачем за мной рванули? Тонь, вы такая странная. Почему я вам билет не предъявил? Потому что хотел с вами познакомиться. Потому что вы мне нравитесь. А хозяйка вас правда выставила? Нет. Я обычно люблю с чемоданом гулять. Мне без чемодана одиноко. Вы меня простите. Просто меня так часто обманывали. Я уже никому не верю. Домой? Чаю? Угу. Привет. Привет. Ну, как Игорь Иванович? Какой Игорь Иванович? Ну? Оль, отстань. Что не так? Что случилось? Да у твоего Игоря Ивановича не все дома. Ну, конечно. Не Даниэль, значит, да? Значит, какой-то уголовник нам Даниэль, а Игорь Иванович не Даниэль. Оль, перестань, ты бы его видела. Ладно, допускаю. А чем тебе твой шериф не Даниэль? Юрий Петрович? Он-то здесь при чем? А что это вы, девочка моя, все светитесь, а? Да не сечусь я. Как лампа Эдисона. Опять, что ли? Я вас внимательно обожаю бесконечные сериалы. А не может ваша подруга просто водопроводчика вызвать, а? Не потому, что мне лень. Ну, вы как будто бы не знаете, какие сейчас мастера пошли. Приедут, покрутят, деньги возьмут, а завтра опять. Хорошо. Если сифон там сломался, я смогу. А если труба? Ладно, хорошо. Давайте адрес. Так, Левашова Ольга, строителей 12, квартира 25. Завтра с утра смотаюсь, что смогу, то сделаю. Оп. Так. Так. Ну как? Полотенце? Вот так. Ой. Все, да? Все, вот. О. Полный вперед. Сифон у вас засорился. Я вам совет дам. Вы картофельную шелуху в слив не запихивайте. Чистите в ведро. Ага. Вы настоящий мужчина. А то вы знаете, все больше инопланетяне, да гуманоиды. Больше языком, а не руками. Рюмку коньяка. И я с вами. Не рановато ли? Бросьте. Пить по часам – это плебейская привычка. Тем более вас некому обнюхивать. Я все про вас знаю. Ждете попутного ветра. Я сегодня выходная. Ну, давайте. Если только за знакомство. Девяносто пять. Слушай, мне этот твой Даниэль новый не нравится.
Странный какой-то. Чем странный? Он случайно не больной? Оль, ты что несешь? Что дали, то и несу. Сама попросила его проверить, так я и проверила. В смысле? В смысле? Слив починил, на диван сел, коньяк пригубил. Но только я его коснулась, как током ударила, подскочил и, видите ли, Оля, вы не в моем вкусе. И в дверь. Он не импотент? Оль, голову лечи, а то у тебя клюнул кобель, не клюнул больной. Правда странно, согласись. Оль, ты дура. Тьфу. О, Тоня, вы вовремя. Я, извините, ваш камбуз занял. Табака уважаете? Уважаю. Отлично. Вот так вот. Опа. А вы кирпич-то, наверное, с улицы взяли? Не вымыли? Так я же ее сверху, а не вовнутрь. Я когда дома готовлю, я использую старый чугунный утюг. Тяжелый такой. А у вас здесь не нашел, простите. Да ничего. Так, настоящий сацебели. По специальному грузинскому рецепту. Попробуйте. Простите. А вы слив-то починили? Ой, давайте я больше ничего не буду вашим подругам чинить. Оля прекрасный человек, но просто я... Я не могу. Антонина, послушайте меня. Я не знаю, как это делается. Наверное, вот так. Я прошу вас, давайте уедем вместе. Я не верю. Не верю. Я хочу, но не могу. Послушайте, я могу найти работу на суше. Бог с этим морем. Будьте моей женой. Выходите с меня. Очень своевременное решение. У вас вкусно пахнет. Черт. Можно. Он меня любит. Чего? По-настоящему любит больше, чем море, поняла? Тоня, опять? Вот чумовая, а? Ой. Я тоже был в Тбилиси. Ну, к делу. Как мы договаривались, здесь все. Все новыми купюрами. Пересчитайте. Наличными? Вы с ума сошли? Антонина Ивановна настояла. Ну, вдруг нам срочно. Прощай, суши. А Зинка вообще грозилась, что мне наличными не даст. Какая Зинка? Зинка в банке у нас работает в Глухове. Ну, как не даст? Ну, нужно заказать за день. Она не имеет права. А держать в доме такие деньжища, ну, не знаю. Зачем в доме мы Юрию Петровичу отнесем?
Да. Каком Юрий Петрович? Ну, Юрий Петрович, участковый наш. У него сейф есть. Да-да, у него там швейцарский банк. Местные все ему несут. Не доверяют безналичным платежам. Нет. Давайте все-таки переводу. Нет, ну подождите. Мы с вами договаривались. Мы сняли наличные. Ну, для нас это хлопоты. Переоформление, всякие накладные. Но это минимум неделя. Ну, не знаю. Не нравится мне это. Давай мы сегодня отнесем Юрию Петровичу, а завтра отвезем в банк. Вам это сделать не удастся, потому что Юрий Петрович находится в Зеленодольске. Я ему звонил. Он приедет только завтра. Такие деньжища, ну. И что у Юрия Петровича там? Сейф? Какой-нибудь шкаф несгораемый? Ну да, типа. Вот как сделаем. Сейчас 6 еще нет. Значит, автобус ходит. Угу. Мы сейчас же поедем к Зинке и положим эти деньги на счет. Или в ячейку. Прекрасно. Так и сделаем. Сколько? Ты что, дом продала таки? Продала. Да считай, все уже продали. И куда теперь? К морю. Ой, опять 25. Заполняй. Паспорт давай. Алло. Да, звонил. Так вы вне зоны доступа. Ну, я догадался. Слышишь, ты пока оформляй, я на улице подожду, хорошо? Угу. Угу. Алло. Тонька, ты его хорошо знаешь? Зин, деньги считай. Приласкаю тебя, зацелую. Ночь закроет стыдливость твою. Я любовью тебя околдую. Нина! Юрка, а ты чего там? А? Выходи, давай опрокинем по единой заповед ключей! Ты чё, глухой, что ли? Юр! Оп, осторожно. Спасибо. Алло, слушаю. Да ничего, все устаканится. Да, стартуйте. Я выезжаю в среду. Угу, встретимся в порту. Коллеги. Что, прощай, суша? Здравствуй, стихия. А на Черном море кораллы есть? На море звезды Тоша! Есть. Тоша! Семенов, господи! Не трогай, голову держать надо. Так, аккуратно, переворачиваю. Голову держу, что держу. Так. Семенов! Так, ты что стоишь? Вызывай скорую. Нет, он разрядился. Держи мой. Держи, звони. А? Что случилось? Что случилось, отец? Что с головой? Семь. Алло, скоро? Семь. Человеку плохо. Семь. Причинай один топорный путь. Тебя что, ударил кто-то? Да. Я не знаю, голова вся в крови, много крови. Но не знаю, лежит, разговаривает еще. Почти не двигается, я не знаю. Пожалуйста. Юрий, скажи. Скажи. Опознать можешь? Кто такие? Нет. Не успел разглядеть. Все, 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 успокойся, успокойся, успокойся. Хорошо. Все нормально. Скоро едет. Давай, все. Сколько ему? 65, наверное. Пожалуйста, приезжайте быстрее, я вас очень прошу.
Привет. Ну, где он? В травмпункте. От госпитализации отказался. Так. Ну, давай, давай, говори. Ничего утешительного я тебе сказать не могу. Я догадываюсь. Давно их толком не разглядел. Какие-то двое. Один толстый, другой рыжий. Шапито. Да и не мерит ли он, а? В каком смысле? Ну, кто знал, что деньги у тебя в сейфе? Да все. Почти весь поселок. И Семенов тоже. Подожди, ты хочешь сказать, что это он? Хм. А чем не версия, а? Саданул сейф, тюкнул себя камнем и в дамках. Да так на любого можно подумать, Володь. И на тебя в том числе. А, пожалуйста. Ир, вот нам скажи, вот на кой ляд ты вообще эти деньги брал, а? Дурак, потому что. Паспорт, косметичка, телефон, деньги. Ну что, едем? Угу. Спасибо. Как говорится, одно кончается. Другой начинается. Веселей. Нос по ветру. Присядем на дорожку. Алексей Алексеевич, так нельзя. Ну, кому? Не пойдет так? Простите. Ну, мы не должны их сносить, пока деньги не отыщутся. Ну, нельзя. Это их проблемы. Алексей Алексеевич! Алексей Алексеевич! Юрий Петрович, давайте не будем горячиться. Позвольте. Хорошо. Ну, не мы же виноваты в том, что вас ограбили. Не ограбили, обокрали. Не нас, а ваших клиентов. Ну, никто не мешал им перевести деньги на счет. А теперь... Так, ну, передай своему шефу. Зоя. Народ здесь простой. Молчи. Зоя, да, ты. Народ здесь простой. Работяги. Думаете, они утрутся и уйдут? Ничего подобного. Сметут вашу стройку с лица земли. Правильно? А меня здесь не будет. Я ничего не буду видеть. Я буду в Глухове. Я не шучу. Какой у нас выход? Я не слышу вас. Глуши. Давай, глуши. Юрий Петрович, можно вас на секунду? Здесь постойте. Стоять. Семенов, посмотри за ними. Юрий Петрович! Юрий Петрович, какой у нас выход? Попроси своего начальника, чтобы он повременил, пока не отыщутся деньги или пока город не придумает что-то со временным жильем. А если не придумает? А если не найдутся? Найдутся, найдутся. Найдутся! Тоня, привет. Здравствуйте, Юрий Петрович. И прощайте. Едете? Да, едем. Вот мой телефончик.
Звоните. Зачем мне ваш телефон? Ну как? Я же свидетель. Я же Семенова нашел. Угу. Спасибо. Юрий Петрович, можно вас на секунду? Тонь, я сейчас. Поехали. А то опоздаем. Алексей Алексеевич готов подождать 2 недели. Но вы должны ускорить поиски. И ни дня больше. Ну, я все-таки не уголовный розыск, но я ускорю. Получается, я зря приехал. А так хотелось посмотреть своими глазами на начало великого дела. Ну, почему зря? Почему зря? Дом гражданки Хавировой освобожден. Вот с него и начнем. Ну, так где? Вот. Вот. Ну, так гони технику туда. Прощайте ключи. Да бросьте вы. Поселок свой отжил. А я здесь коттеджи поставлю, коммуникации проведу, асфальт проложу. Название прежним оставлю. Только чего-нибудь добавить надо. Ключи Плезантвиль, а? Замечательно. Замечательно. А вас начальником охраны сделаю. А, спасибо. Все будет хорошо. А где сами ключи? Их тоже надо как-то доделать, дорожку проложить, фонтан сделать и этот, как его, бювет. Бювет. Да и не было ключей, если вы о родниках. Мастерские здесь раньше были, чего там только не делали. Ну и ключи гаечные для железнодорожников. Отсюда название. Алексей Алексеевич, а что нам стоит? Водопровод проведем, врежемся, этот, фильтр поставим. А зонатор? Не было ключей, будут ключи. Техника простаивает. Пойдем. Повезло вам. Давай, давай, давай. О, я же говорил-то, а. Только положила, уже забирает. Ну куда с таким кошельком? Тебе мало прошлого раза? Оформляй перевод на карту. Поймите, Севастополь без году неделя как российский. Там еще ничего толком не отлажено. Как банки работают? Что с наличными? С банкоматами проблемы. Тем более она же не одна туда едет. С мужем. С мужем. Ладно. Заполняй. Привет. Здорово. Чего звал? Пляши. Сибирцев АА, Кромкин ЕЕ. Оба откинулись 2 месяца назад. Снимали хату у местной бандерши. Ну, нигде не работали, гудели. Но вчера соседи в очередной раз пожаловались на шум. Участковый не выдержал, они им уже плешь проели. Да не к двери, а к окошку. Ну и что? Ну, чтоб типа врасплох. А там этюд в багровых тонах. Что это? Твои денежки. Ну, в смысле, не твои, а из сейфа твоего. Ну, ничего себе. Ты везучий, Юрка, в рубашке родился, а? Ну, ничего себе. Вот это да. Здесь все? Не все, конечно. Ясное дело, погуляли немножко. Ну да. В любом случае, спасибо да, тебе. Да. Тогда я поехал. А ты куда? Ну как, к своим поселок нашим людям сказать, что деньги нашлись. Кстати, мог бы просто позвонить и сказать, что ты их нашел. По телефону не положено. Ну ладно. Погоди. Нагайкин тебя больше не интересует? А что у тебя на него? Да ничего. Но я маячок-то не стер. Сегодня выскочила. Что? Скончался, в аварию попал. Кто скончался? Гайкин. Где попал? Ну, где-где. По месту проживания, в Первоуральске, естественно.
Так он же сейчас в электричке на Зеленодольск. Кто? Покойник, наводчик. Сейчас. Черт, а? Сейчас ребятам брякну в Зеленодольск, они его примут. Да не довезет он ее! Не нужна она ему! Тоша! А? На секундочку. Чего? Раздельную проезжаем. Где мы с тобой познакомились? Точно. Наша раздельная. Прощай, суша! Здравствуй, стихия! Это я. От нас электричка ушла в 18:15. Мужчина и женщина. Мужчина, которого я тебе по ориентировке отсылал. Принимайте его. Ну да, да, да. Послушай, ты Риту Симакову знаешь? Да. Где она? Так в составе она на Зеленодольск. Извини меня срочно. Ой. Рита, Рита Симакова ответит. Рюмин, Рита, ответь. Семенов, не бросай трубку. Да, Юрий Петрович. Рита, послушай, Хавирова в поезде? Да, они сели. Посмотри, она в вагоне. Они в вагоне сидят. Хорошо, сейчас посмотрю. Ее с ним нет. Давай звони своим. Все, пускай принимает его. Да позвонил уже. Семенов, слушай меня. Давай дрезину гони, все вопросы потом. Эй, Юр, ты куда? Эй!
Ваши документы. Там машинисты. А следующее когда? А тебе какая разница? Ты уже приехал, красавчик. Почти уволен. Жизнь в ключах кончилась. Поехали к моим родителям. Как это? А я им кто? Вот и плохо, что никто. Выходи за меня. Будешь кто надо. Куда мы поедем? Судак.
там море есть? Да вроде не высохло. Глазам своим не верю.